доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Сейчас нахожусь в районе площади Баляева. Адмирала Юмашева. Живем здесь рядом. Не так часто с вами гуляем. Сегодня мы здесь. Солнышко видите, ярко светит. Погода, правда, прохладная. Сейчас где-то около 4 градусов тепла. Ну, одеваться надо что-нибудь теплое. Слышите, как птички поют. Блин, здесь вообще никогда. Смотрите. Дом номер 6. Завтра уже 30 октября. И как помните, в России нерабочие дни. С 30 октября по 7 ноября. В том числе детские каникулы, школьников каникулы продолжаются. Тем каникулам, что были, еще добавились эти. Такая детская площадка. Хочу же вам показать весь город. Здесь мы с вами еще не были. Приходите играть. Так, ну, выгул собак запрещен. Штраф даже написано. Сейчас специальные места отведут для выгула собак. Это можно посмотреть в интернете, какие именно, где можно ваших питомцев выгуливать и заниматься их воспитанием. Рынок здесь решили. Конечно, они не попадали на него видео. Короче, подняла. Рынок. Вместе ходит трамвай. Сейчас покажу вам, что на рынке у нас продают. Интересно посмотреть. Шапки, чемоданы. Надо уже утепляться. Выставляют. Там вам я внутри уже снимала, показала, что многие закрываются, так как аренда очень большая и не тянут. Здесь пока на улице вот так. Приходите за шапками. Одежда, джинсы. Одежда можно курточки, пуховики приобрести. Здравствуйте. Выбор
хочу, я не мечтала. Не дайте мне помочь. Так вот, начинаю утро. У нас здесь рынок на спортивной. Для чего нам даются эти выходные, нерабочие дни? Это для того, чтобы сделали прививку, я так понимаю. Потому что грядет четвертая волна, вот, и хотят, чтобы успели вакцинироваться. Я не пропагандирую, у каждого свой выбор, но у многих его как бы, так как не допустят к рабочим местам, поэтому прививка должна быть. Ее можно будет проверить, присутствие этой прививки, через госуслуги. Так что вот для этого нам дается эта неделя, чтобы потом мы работали уже без продления выходных. Надо подумать об этой прививке. Показываю вам, какие листья золотые. Так вот раннее утро здесь выглядит во Владивостоке. Туда дорога на Причальную, Калиномол, вот в эту сторону. Мы здесь, как всегда, у речек гуляем. Вот смотрите, как бурлит. И пар там идет. Сегодня, кстати, заметила, что как-то транспорта поменьше на улице. Наверное, уже многие начали отдыхать. Ну, и много частных фирм, которые не пойдут ни на какой отдых. Россияне любят отдыхать, но на это надо иметь средства, чтобы этот отдых состоялся. А у многих кредиты, квартиры в аренду, поэтому не до отдыха. Пар идет. Для тех, кто будет отдыхать, хорошего вам отдыха, и пишите в комментариях, как в других городах, как у вас там, сами вы идете отдыхать или будете продолжать работу. Хорошего настроения и отличной вам погоды, как у нас. Всех благ!